Линии старинной арки, сложное переплетение трамвайных рельсов, которые внутри тоннеля сходятся в единый путь. Такое оригинальное инженерное решение раньше встречалось часто, но сохранилось только здесь. Сыромятнический проезд, уголок дореволюционной Москвы. Этот тоннель был воздвигнут вместе с Курской железной дорогой. Его датируют серединой 19 века. Один из первых таких хорошо сохранившихся тоннелей. Арка под железной дорогой – визитная карточка Басманного района. Ее изображали на открытках, фотографировали, часто снимали в кино. Вот мимо тоннеля спешат на электричку москвичи в картине «Рано утром». Именно здесь разворачиваются события фильма Павла Лунгина «Такси блюз». Мне нравится, что здесь трамвайное сплетение, что здесь нет автомобильного трафика, что здесь люди ходят, здесь такой культурный просветительский кластер большой, и вообще здесь достаточно уютное местечко. Полтора года назад стало известно, что тоннель входит в проект реконструкции Курского участка железной дороги. Для запуска новых линий московских центральных диаметров количество путей над тоннелем необходимо увеличить с 6 до 8. Мы, конечно, обеспокоились, сразу стали бить тревогу, узнавать какую-то информацию, хотя ее было сложно узнать, и создали петицию. Предварительный проект строительства предполагал значительное расширение трамвайного тоннеля, изменение его формы, но жители Басманного района выступили за сохранение исторического облика этого места и поэтому выбрали другой проект. На слайдах уже согласованных Моском архитектуры видно, что форма тоннеля останется прежней. При этом ему вернут цвет оригинальной кирпичной кладки, а дополнительные пути надстроят сверху, оградив козырьком. Историческое сплетение трамвайных рельсов оставят нетронутым, движение возобновится после завершения работ. Тот компромиссный вариант, который был предложен, он, пожалуй, лучшее из того, что может быть. Было несколько вариантов, были рабочие предварительные варианты, но в итоге был утвержден проект, согласно которому максимально будет сохранен исторический облик вот этого трамвайного сыромятнического тоннеля. Снесут только старое офисное здание, примыкающее к тоннелю. На его месте появится городской сквер.